том, что Иркутск может стать в том числе, наверное, каким-то центром, или, ну, может быть, как-то сейчас говорят, там, не хочу этих слов, пилотным проектом в России, где мы можем тиражировать и показывать, как нужно делать, как нужно сохранить, то, что, опять же, выслушав всю статистику с службы, да, конечно, это, ну, это катастрофа. Это катастрофа, то, что теряются, то, что мы каждый год теряем, то, что, на что, ну, простите, люди там в других странах молятся, да, и делают все, чтобы это сохранить. Мы просто вот сотнями это все вот раз. И, ну, я считаю, что это преступление. Уж я не знаю, ну, это мое личное, опять же, мнение, что мы вот это все делаем. И, конечно же, нужно предпринять сейчас все меры, все шаги, мы со своей стороны. Мы здесь, то есть, как бы, вот, ну, тут тоже все сформулировано в резолюции, но понятно то, что все там нужно разделить и четко понимать, что вот отдельная работа серьезнейшая с внесением поправок, понимаете, то, что давно требуется. В том числе, это, я молчу, там, по закону о культуре, и про все остальное, то, что вот 73-й федеральный закон, и все еще остальные нормативные документы, как вот молодой человек сказал, в замок какой-то службы, то, что вот те методички, то, что вы стучитесь постоянно письмами в Минкульт, я же понимаю, что чиновники, они работают правильно по букве закона. Если человек говорит, что там уже это все, все эти методологии, все эти нормативные базы, она там уже древнейшая, да, которые не соответствуют сегодняшней действительности, значит, ее менять надо. А если там опять федеральные чиновники не слышат, значит, наша задача, чтобы услышали, в конце концов, значит, придется вызывать их на уже более жесткий диалог, если они не слышат. Потому что я же понимаю, что вы не можете, и у вас происходит конфликт из-за того, что у вас есть вот это, значит, у общественников есть это, и мы не можем, то есть, получается, если там не могут решить этот вопрос, правильно же, его не могут решить. Соответственно, происходит вот здесь на местах уже в регионе, происходят, ну, вот эти страшные вещи. А это все вытекает как раз из того, что вот федеральный ФАИФ, федеральное ведомство не может решить, сесть просто, потратить на это время и решить этот вопрос, в том числе выступив с инициативой, оно имеет право, Министерство культуры России выступать с инициативой высшего законодательного органа. Ну вот все, я буду кратко, да, кратко. Ну, вроде бы все сказал, но и создание, когда же, как все-таки постараться, ресурсный центр. А, может быть, я уже вчера вот Майя Александровна всем коллегам озвучил, проведение какого-то, ну не какого-то вот, форума, посвященного сохранению истории культурного наследия, связанного с деревянным творчеством, с привлечением экспертов, молодежи, вот именно по Дальневосточному Сибирскому федеральному округу, чтобы привлечь его более широкое внимание, широкий резонанс, и я считаю, что это правильное место будет здесь, потому что, ну, у вас колоссальный опыт, который нужно показывать эти тиражирования на территории там, Федерации Всероссийской, как нужно, как куда нужно двигаться. Спасибо. Благодарю еще раз, Денис Александрович. Действительно, мы очень надеемся, что сегодняшнее наше заседание не останется только в рамках разговоров, а перейдет в практическую плоскость, потому что, как вы видите, иркутская общественность, она, безусловно, готова к этой практической работе, она проводится, и нам очень важно, конечно, чтобы Иркутск и города Дальнего Востока были обозначены в концепции по сохранению культурного наследия, деревянного зодчества в том числе, которое сейчас прописывается в Минкульте до 2025 года. Мы так и не знаем, будет ли оно принято или будет оно реконструировано в какой-то другой документ, в какое-то другое положение. Но в любом случае наша настоятельная позиция на том, чтобы Иркутск был обозначен одним из форпостов касаемо деревянного зодчества, и да, действительно, мы готовы содействовать в большой части того, чтобы действительно какой-то форум или это будет какая-то иная организационная форма была проведена в ближайшее время в Иркутске. Тоже об этом я говорила в Суздале на форуме Совета Федерации по деревянному зодчеству, что в следующем году, в следующий год обозначить годом сохранения деревянного зодчества России. Это, мне кажется, невероятно злободневно, в том числе с тем ужасным пожаром, который произошел на Онежском озере, и погибло, действительно погибло
ну, церковь, которая была символом не только для Кижея, но была символом для всей России, и такая трагическая гибель – это действительно большая утрата, даже если она будет восстановлена по первоначальному облику, мы все понимаем, что это уже будет совершенно другая история. Еще раз повторюсь, что все предложения, ваши корректировки в письменной форме, пожалуйста, на адрес Общественной палаты Иркутской области, с того адреса, с которого была рассылка для вас, мы очень внимательно рассмотрим, доработаем, только после этого резолюция будет уже передана на рассмотрение на Общественную палату Российской Федерации, потому что это не просто заседание наше местное, это выездное заседание комиссии по культуре Общественной палаты Российской Федерации. Соответственно, все ее итоги будут рассмотрены уже на уровне Федерации. Еще раз вас благодарю, даже если вы озвучили свои предложения здесь сегодня в микрофон, настоятельно, пожалуйста, просьба передать их нам в письменном виде, так как вы считаете нужным. И, конечно, я с огромным удовольствием благодарю творческое пространство «Перцель», которое сегодня нам дало возможность этого открытого диалога. Мне кажется, действительно, вот та атмосфера,